Сам снял. Медведь на Индустриальной. Сейчас его отловят. Камчатцев запугали нижневартовским медведем. Видео с косолапым, шатающимся по городским заснеженным улицам, начали постить накануне жители региона в соцсетях и мессенджерах. За кадром автор ролика называет улицу, где происходит действие. Индустриальная. Камчатский внештатный охотинспектор Владимир Шабли поспешил успокоить земляков. Здравствуйте. Сегодня несколько раз присылали данное видео и сообщали о том, что в городе Петропавловске на Индустриальной медведь. Оно не является подлинником, это фейк. Это медведь не в городе Петропавловске, Камчатском. Данное видео с Нижневартовска от 17 марта. Наши медведи еще спят, поэтому можете спокойно отдыхать. Как сообщают нижневартовские СМИ, косолапого хищника держали в одном из отелей, но он вырвался на свободу и начал бегать по улицам города, пугая прохожих. Когда он погнался за одним из жителей, животное сбил автобус, после чего раненого зверя поймали егеря. Полицейские сообщили, что хозяин местного отеля купил молодую медведицу в цирке Шапито вместе с ее взрослой матерью. Ательер хотел использовать животных для рекламы своей гостиницы. Сейчас власти Нижневартовска ищут достойное место, где смогут приютить животных. Пока сбежавшую медведицу вернули в вольер к маме, где она обитала до побега.